В общем, дошли мы до второй беседки. Устали, уже успели устать. Погоду нам передавали. Ливневые дожди, грозы. А идем пекло, жарища. И такое небольшое дымчатое небо. Сейчас пойдем наберем водички на хубутах и двинем дальше. Ну, перекусим, наверное, еще. Ну что, Саш, дождь нас наш настиг? Дождь нас настиг. Вот такая вот погодка. Ну что скажешь? Отлично. Вокруг вот такие вот красоты. Один водопадик, там за деревьями второй. Саня ныряет в свою плащ-палатку. Александр, давайте, короче, интервью такое развернутое. Что вы думаете о сегодняшней погоде, о нашем пути, о том, стоило ли вообще так москвичу проводить отпуск? Ну что ж, я вам скажу следующее, что если бы не пошел дождь, мы были бы уже на шмаке. Серьезно. Так, я немножечко вклинюсь в твое интервью и спрошу, а ты на ком собирался ехать? Ты собрался угнать лошадь у бурят внизу или что? Как ты хотел этого достигнуть результата? Бодаться не надо, я тебе сразу говорю. Вот облизнуть нос можешь. Доброе утро. Да-да, доброе утро. Вчерашний вечер прошел без съемок и прошел так по причине. Мы попали в нереальный ливень. Просто лило не как из ведра. Я даже не знаю из чего. Это было жестко. Мы промокли все до нитки. В смысле, даже рюкзаки, даже в накидках. Сейчас мы находимся в долине реки Эхгер, буквально там полутора километров, доходя до перевала Шумакский. Неудачненько получился вечер. Промокли, замерзли. Даже руки не слушались, когда оставили палатку. Оставили палатку мы настолько приключенчески, что это просто был ужас. Ветер, дождь, холодно, замерзшие, вымокшие. Изначально план был такой. Мы должны были дойти до сюда за первый день, собственно, мы это и сделали, 20 километров пути. Второй день перевалить через перевал Шумакский и к вечеру оказаться на Шумаке, то есть добавить там еще порядка 19 километров пути. Все бы ничего, но дождь спутал наши планы, вся экипировка мокрая, все нужно сушить, облака идут дальше, и, скорее всего, дожди будут. Даже не знаем, как поступим, до конца не знаем. Пока что будем здесь. Нам притащило облако, но мы время зря не теряем. Саня изобрел метод сушки. Он одевает носок, пропитывает сушки обуви, одевает носок, пропитывает его влагой от ботинка, побегает, пропитает получше, потом достает, выжимает, и так повторяем по кругу. А я на начальной стадии, я еще не дошел до стадии Саши, я еще пока полотешком пропитываю полотешко влагой ботинка, выжимаю и тоже так по кругу. Вот любопытно, кто не знает другие более эффективные способы высушиться, не разводя костер, потому что здесь не из чего просто разводить костер, высушить обувь, одежду и так далее. Если кто знает, будем рады информации в комментах. Сохнут работяги. Время приготовить обед. Нас тут теперь коровы атакуют. Едой запахло, плюс покушали морковки, лучше.
далеко. В общем, изменили мы планы. Шумак. Не пойдем на Шумак. Слишком погода плохая. С ущелья Эхигера. Завтра пойдем на перевал Гранатовый. И через Хубутский. Хубутское ущелье. Пойдем обратно. До Сухого ручья. Вот такой вот план. Первая часть блюда готова. За тобой уже просвет красивый. Посмотри наверх. Там еще лучше. За сегодняшний день погода поменялась, ну, раз 100. Решение было принято правильное, никуда не идти. Как вы, думаю, слышите, очередной нормальный такой дождик идет. А мы в тепле, а мы сухие, сытые, умытые. Завтра на Гранатовый, а потом на Хубуты. Вот у нас тут каждые 10 минут гости приходят. Ну вот вроде бы стандартная картинка для нашего похода. А нет. Пока мы готовили ужин, вот такая вот погодка пришла. Ну все, мы будем готовиться ко сну. Завтра нам рано вставать, брать сложный для нас перевал и выходить на Хубуты. 5 утра. Дождь хит. По-другому, простите, не скажешь. Это просто какой-то ужас. У нас только что порывом ветра сорвало тент. И мы под нереальный ливень выбегали, это все пытались поставить заново. Получилось. Но у нас от силы порыва просто оторвало крепление, вшитые в тент. Вот пришлось там камнями выкладывать. Согреваемся как можем. Дождь немножко успокоился, но температура просто вообще ужас, как холодно. Ну, собственно, наши прогревы закончились тем, что мы собрались с горем пополам. И сейчас попробуем покормить почти альпийских коров. Опа! Везунчик! У нас, похоже, видео не про поход в горы, а просто документальный фильм про буренок, которые живут в горах. Не знаем, куда попрем, то ли все-таки на Гранатовый, то ли мы сочканем, потому что уже мокнуть так сильно надоело, что, возможно, пойдем обратно. Посидели на Эхигере, погода смазала, в общем, все наши планы. Но мы вчера уже подепрессовали насчет этого, сегодня настроение чуть получше. С утреца послушали Scorpions, Alice Cooper, AC/DC и, в общем-то, жизнь наладилась. Что будет дальше, увидите чуть позже. В общем, двинулись на Гранатовый, все-таки решили, что приключений нам не хватило. Надо нам еще бахнуть, бабахнуть.
наверху стоят, наблюдают за нами 4 козы. Перевал называют гранатовым. Это вот все мелкие гранатики. А попадаются побольше. У нас опять испортилась погода. Идет дождь. Красота нереальная на спуске, конечно. Хубуты. Дождь льет как из ведра. Спрятался под камень. Немножко переждать. По тропе, конечно, на Хубуты столько крутых водопадов, он огромный. За пару километров до Хубутского водопада и до начала Хубутского ущелья вот такие вот щеки, прямо просто в толще камня, породы течет река Хубуты. Красоты просто нереальные. Но это еще не тот самый Хубутский водопад. Стали на привал в начале долины реки Хубут. В общем, передохнем и решим, то ли затаборимся на Хубутах здесь, то ли сразу выйдем на сухой ручей, посмотрим, еще время есть в запасе. Все, идем на выход на сухой ручей, мы так решили. Часов 10-11, наверное, будем на сухом. Сейчас, к слову, 6. Погода опять испортилась очень. Саша делает памятные фотографии с Хубутским водопадом.
Ветер дует, короче, апокалипсис. А нам надо еще нормально так обратно выходить. Дождь и немножечко града периодически падает. Такая вот дорога обратно. Это по факту, это вот та причина, почему мы не пошли на Шумак. Потому что велика вероятность того, что мы даже туда бы не попали. Просто река Шумак вышла бы из берегов, и мы бы даже не смогли бы переправиться на источники. Просто бессмысленно. А так классно прогулялись. Знаете, почему перевал называют гранат? Знаете, почему перевал называют гранатовым? Так, дубль 3. Короче. Вот это вот было абсолютно сухое. И это именно то, почему мы на Шумак все-таки не пошли. Потому что хочешь не хочешь, а сейчас надо идти вброд. Здесь нет ни мостиков, ни хрена. Я вот повыше сейчас и перейду. В общем, пришли мы на сухой ручей, ровно в 10:00 уже были такие сумерки, ближе к ночному освещению. Перебродили несколько луж, ручьев, которые неожиданно появились. Результат путешествия такой, 45 километров или около того. Зашли по тропе на Эхигер, постояли под Шумакским перевалом на Эхигере, две ночевки. Устали терпеть. И ушли уже через гранатовые хубуты обратно. Было классно. Шумак в этом году пролетел мимо. Такие дела.